Здравствуйте, дорогой зритель. Вот начал очередной проект ПНД Сани из 8-миллиметрового ПНД, который морозов не боится, ударопрочный. Вот длина 2,80 получилась и ширина где-то 80 примерно для буранного следа как раз будет. Вот снизу еще склизы приварю. Так, 4 штуки по 10 сантиметров. Вот дышло. Дышло от других саней. Но они такие же будут. Так, вот тут вот 14 болт. Вот такие вот усиления здесь получается. И тут вот резинка. Типа морозоустойчивая. Вот тут вот можно эти сделать. Подобрать пружину и вот подлиннее оставил специально, может кто вот тут подберет, вот сюда вот вставит пружину, вот, а так для первого раза вот так пойдет, я думаю. Вот и вот железная обвязка, вот тут вот ручки приварил, так вот тут дырки сделал, так как раз батарея кончилась. Так, на чем остановился? Вот, да, обвязку делаю. Тут ручку сделал вот такую вот. Так, сверлю отверстие под 8-миллиметровый болт. Вот, через 35 сантиметров. Ну и вот такие крючки, наподобие крючков. Что-то вязать обязательно нужны они. Так, куда дышло крепится, оно выглядит вот так вот. Уголок тоже вот под 90 градусов, и вот сюда тоже уголок обрезал, дырку сделал. Так, тут 14 болт планирую. Вот, в принципе, нормально. По углам обязательно вот усиление, потому что вот все равно сани маленько гуляют туда-сюда. И вот тут вот обязательно усиление в четырех, на четырех углах. Так, ну и дальше попозже покажу, как это покрасить надо будет. Так, и потом покажу, что в итоге. Начал устанавливать обвязку на ванну, так скажем. Использую вот такие вот болты на 8 миллиметров диаметром. Вот, вот каждые 35 сантиметров, вот сзади 2, спереди тоже 2. Вот примерно вот так вот получается. Сейчас осталось снизу вот обварить вот 10 сантиметровые склизы, и в принципе санки готовы. Вот, покрасил эмалью под металл. Вот, в принципе, примерно так выглядит. Вот. Все, закончил. Так, вот водила у нас, прицепное устройство вот так вот устроено. Так, вместо этого это втулка, типа не замерзающая, но скорее всего она замерзнет. Вот тут вот можно поставить пружину. Так, подходит, говорят, от клапана грузовиков. Вот их можно поставить. Вот я тут оставил маленько подлиннее, чтобы если человек захочет, может заменить вот здесь вот. Так, водила. Тут вот каленый болт на 16. Вот, гровер, шайба. Ну и длина 70. Вот сюда вот впритык как раз получается. Вот склизы по 10 сантиметров заварил, 4 штуки. В принципе, я думаю, хватит 4. Вот санки готовы. Вот так вот выглядит.